за особые заслуги в учении. В концертном зале Самарского дворца культуры металлургов чествуют выпускников-медалистов промышленного района. Золотыми медалями за отличную учебу наградили 191 ученика. В этом году ЕГЭ на 100 баллов сдал 61 школьник Самары, и 19 из них в промышленном районе. Да, это было достаточно тяжело, но если захотеть, можно всего добиться. Меня поддерживали мои родители, учителя, ну и моя собственная мотивация. Я хотела получить медаль, ну и получила. Дарья Яхонтова уже знает, куда пойдет учиться. Девушка решила остаться в Самаре и стать либо дизайнером, либо журналистом. Но какую бы профессию ни выбрали эти молодые люди, сегодня им желают не бояться совершать ошибок, постоянно исследовать что-то новое и заниматься любимым делом. Вот хочу пожелать, чтобы они связали свою жизнь с любимым делом, ибо это и есть секрет жизненного счастья – заниматься тем делом, которое ты считаешь важным и которое тебе по душе, которое тебе доставляет удовольствие морально. Как говорят родители выпускников, отпускать во взрослую жизнь детей и жалко, и страшно, но и приятно. Отличное настроение, гордое настроение, возвышенное, потому что, ну, это труд 11 лет. И результат – это награды. Дети в восторге, дети ждут в ожидании, потому что аттестаты вручили. А вот это как бы такая, ну, жирная, хорошая точка. Достойная. Помимо золотых медалей, выпускникам вручили подарки от губернатора – наручные часы. Теперь они будут отсчитывать время уже не подростков, а взрослых людей. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.